Просто решил попробовать, что такое это. А что тебе? Кто-нибудь сказал, что что такое вообще? Мой друг сказал. Он уже жив-здоров бегает. А я здесь лежу. 14-летний парень вместо того, чтобы играть с друзьями, мается от скуки в больнице. Примерно неделю назад он впервые в жизни попробовал бельну. После этого ничего не помнит, очнулся уже на больничной койке. О том, что происходило с ним, узнал тут же, от врачей и родителей. Я не учу тут. Во сне дрался, плевался, матерился. Там же в больнице, в реанимации. Только за последний месяц в детскую больницу с отравлением бельной поступили 5 человек, в том числе и 5-летняя девочка. Все находились в крайне тяжелом состоянии, вывести из которого ребенка очень трудно. Поступают они все в тяжелом состоянии, у них у всех галлюцинации, у них у всех тахикардия, то есть сердечная недостаточность, у них у всех, в общем-то, нарушены все функции, и как бы зрачки широкие, они плохо видят, они все вот в таком повышении температуры, то есть это все атропиноподобное заболевание. Врачи уверяют, несмотря на всю профилактическую работу, подростки продолжают есть это смертельно опасное растение и попадают в реанимацию. Сегодня медики призывают родителей внимательно следить за детьми и проводить с ними больше времени. Алексей Никаноров, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.